Всем привет! Мои зайчатки, мои подписчики, гости моего канала. И, как вы видите, я нахожусь у мамы. Сегодня опять начался мой небольшой выходной, наконец-то. Приехала свекровь, мы собирались там. Я все это не стала показывать, очень были такие уборка, сборы там туда-сюда. И сегодня, наконец-то, я отдыхаю. Вот, отдыхать буду целую неделю, постараюсь вам записывать каждый день, как я гуляю, куда я хожу, я хочу пойти опять по магазинам. Не знаю, честно говоря, меня тянет в эти магазины, прям не могу. Вот. Думаю, наверное, что-то еще подкуплю, потому что мне еще что-то все равно надо. Вот, я в прошлый раз купила, но не все. Как бы много покупать я тоже не хочу, но еще что-то мне надо. Вот, сегодня я в такой маечке. Так, сейчас я покажу дальше. Штаны у меня вот такие вот. Такие вот там классные, короче. Ну, так они вроде как не очень смотрятся. А вот когда с кроссовками. Просто ощущения другие. Я одела наушник, вот. Уже собралась выходить, думаю, надо записать. Ощущения другие, когда на одно ухо глухая, как будто, а здесь слышишь, как-то это по-другому все забываешься. Вот. С кроссовками классно смотрится. Вот, хорошие такие штанишки, привыкаю к ним. У нас сегодня немного прохладненько, немножко так холодновато. Короче, пойдем, не буду затягивать. Сегодня я хочу сейчас пройтись по магазинам ближайшим. Мне надо зайти в Пятерочку, потому что в прошлый раз я туда не ходила. Мне ничего было не надо, а в этот раз я решила пойти, потому что там много акций всяких, на всякие такие вот. Короче, хочу купить еще кое-какие там продукты, чтобы на них сделать обзор. Посмотрим, там как раз, по-моему, акции на две шоколадки, которые я две сделала, и еще две осталось. Вот, и, наверное, что-то еще. Вот, потом я хочу пойти на рынок, и еще хочу зайти в фикс прайс. Вот, посмотрим. Если у меня получится, я засниму, но я постараюсь, очень постараюсь. Смонтировала недавно свои ролики, и, честно говоря, там плохо получилось меня поснимать. Все время боишься, что сейчас увидит тебя охранник, что он тебя отругает. Вот этот вот страх, он присутствует. Как-то в прошлом году я уже привыкла снимать постоянно на улице, ну, в смысле, в магазине снимать. Уже у меня было в привычку, вошло уже все. То есть это норма, я уже как-то не особо боялась. А то сейчас постоянно сидишь дома, немножечко страшновато, если честно. Так, сейчас у меня там уже музыка включилась, но я еще пока отключила ее. Сейчас я пойду. Там включу. Короче, так вот. Также у меня сегодня поганое настроение. Я не знаю почему, но у меня очень плохое настроение сегодня. И самое ужасное то, что я не могу его поднять ничем. Обычно у меня всегда получалось, а сейчас не получается у меня его ничем поднять. Короче, вот так вот. Сегодня у меня, короче, плохое настроение. Но, тем не менее, я пойду. Хотя, честно говоря, спать охота, скорее всего, не выспалась просто. Но я сейчас не буду ложиться спать, иначе я просто на сон убью целый день. Вот, а я хочу именно погулять. Погулять. Все, давайте, пойдемте. Пойдемте с вами гулять. И вы вместе со мной. Короче, я вышла на улицу. В магазин я уже сходила в Пятерочку. Сумка была тяжелая, ее понесла домой. Блин, ногу свело. Там он цикорий растет. Хотела посидеть на лавочке, но там лавочки только на песке. А я в своих белых белоснежных кроссовках. Вот, и купила я такой био... Ба, да это биобаланс даже. Даже биобаланс.
Как вы думаете, что тут произошло? Трамвай. Загородили, короче, дом стал осыпаться снизу. Снизу дом осыпается. Жести показать. Это когда светло надо снимать, сейчас темно. Завтра, когда солнце. Бабочка. Красный. Вот еще какие-то там, ну как дополнительная комната. Котятки. Классный шкафчик. А у них мусоропровода нету. А что, не на каждом этаже? Нет, да, получается, что нет. Класс, слушай. Ну, такие растения какие-то. Принтер использовали. Принтер? Это ничего нет, не принтер, экран. А, экран телевизора, это оригинальный. Денежное дерево, смотри. Здесь кто-то поливает здесь. Шишки, смотри. Шишки там как лежат. Гномик сидит. Много раз. Какое растение, интересно. Либо он все ухоженный, чистенький, не пыльный. Да, или нолем, смотри, на распирание. Красиво. Как это в квартире. Чистенький, полный. Вот цветочек. Бабочек цвета. Вот цветочки. А горшок, смотри, какой. По-моему, в советские времена, наверное, такой был, да? Другие-то горшки. Это, по-моему, от моего сандаля нашли и положили. Сандаля? Ты что, терял? Розовые шлепки. Я... Ты я... терял? Да, терял около лифта. В топора. Вот, это тоже кто-то когда-то терял. Сюда можно принести, поставить что-нибудь тоже. Кактус. Как много цветов, ну надо же. Мне как раз... Смотри, какое интересное. Белое. Угу. Прям разные всякие. Офигеть, сколько. Вот это красивое, прям классное. Тут даже повесили. Нет. Молодцы. Это кто тут размножает? Какая-нибудь бабушка, наверное. Да, да. А это, слушай, похоже, как будто это суп вот добавляешь, лист. Лавровый, да-да-да. Похож, да? Думаешь? Нет? Бан чей-то тоже. Красиво. Надо свои кактусы сюда принести. Он тоже такой же беленький. Подкинуть, да? Подбросить, как кукушка. Да? Красиво. Руки твои. Купили арбуз. Вышел почти. 330 рублей. 11 килограмм. Ой, что-то пошло прям. Ой, мама. Красный. Ура, красный. Первая радость уже есть. Красный, да? Красненький. А, ты меня не снимаешь? Нет, я снимаю. Угу. Так хрустит. Оп. Арбуз. Сок такой, ну, с него брызжет прям. Ой, надо ой. Трубочку тебе брать. Ой, надо принести завтра. Ну, немножко переспевший там, да. Чуть-чуть. А как тут знаешь? Ну, вон, видишь, немножко они это... Где? Ну, как бы вот. А, посерединке. Сидели-сидели, занимались делами. И тут мама говорит. Вот, видишь, переспелый. А, пойдем арбуз. Купим. Встали и пошли. Мама с дочкой. Арбуз. Это то, что вот тут вот, что ли? Вот эти вот? Полтора раза переспелый. Считаешь, переспелый? Mm-hmm. Ну, не больно сладкие. Ты все, что ли? Ты уже там ешь, угу. Я смотрю. Все. Желайте нам приятного аппетита. Кушаем арбузик. Бузяшки.